Стихия навредила мастерам Сибири. В эту субботу в Каргатском районе открылась Всероссийская ассамблея народных ремесел. В парке «Хуторок» представили сибирскую кухню, выступили фольклорные коллективы, показали свои работы гончары, ткачи, художники со всей страны. Праздник испортил шквалистый ветер и ливень. Алексей Кудинов побывал на открытии. Областной дом народного творчества собрал в Каргатском районе мастеров из разных регионов страны. Кто-то готовит по старинным рецептам, кто-то восстанавливает костюмы старообрядцев, занимается лоскутным шитьем, вырезает из дерева, лепит из глины. Вообще, это будет шаманка. Вот, потому что на Сибири сейчас и раньше жило много шаманов. Вот, и я решила вспомнить наших предков. На главной сцене, сменяя друг друга, выступают хореографические ансамбли, фольклорные коллективы. Публике представляют коллекции одежды, созданные в народных традициях. Подобные фестивали в Каргатском районе проводят ежегодно. Туристы сегодня у нас в гостях, их очень много, их привезли на электропоезде, их привезли на автобусе. И все сегодня, вот если вы видите сзади меня, вот эта карусель, народная карусель, крутится, вертится, все, работают локации. Узнать рецепты блюд и напитков, которые готовят в разных частях страны, научиться делать игрушки, покататься на каруселях. Занятия по душе на этом фестивале найдут и взрослые, и дети. Вообще, вот я смотрю, что Майя очень спокойная. Как она относится к гостям, которые к вам приходят, которых вы катаете? Очень хорошо, она очень дружелюбное животное. Но у нее тоже есть свой норов. Она очень любит побегать. Какую часть барабана нужно бить? Центр. Центр. Призываем дождь сегодня. Очень сильно хотелось бы. Корейские барабаны сработали на 300%. Дождь на участников ассамблеи обрушивается буквально через 20 минут. Шквалистый ветер сметает палатки, заставляет артистов покинуть сцену. Разгул стихии настолько серьезный, что праздник приходится завершить досрочно, спасать людей, оборудование. Телеканал УТ сейчас готовит к эфиру телеверсию ассамблеи. Мы рассчитываем показать ее в конце июля. Теперь, матушка, меня непредсказуемо. Сначала солнышко, а потом дайте вам ведро водички. Жарко вам, сибиряки, а дайте вам водичку. Алексей Кудинов, Екатерина Новгородцева, Сергей Жданов и Евгений Павлов. Новости ОТС.